В Свердловской области выпускников техникумов и колледжей начнут активнее трудоустраивать. Показатель планируют увеличить на 15%. Об этом заявил губернатор Свердловской области на совещании зампредседателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Также в планах увеличить и количество бюджетных мест в образовательных учреждениях. Сегодня в Свердловской области по программам СПО обучается больше 125 тысяч человек. Свыше 70% выпускников трудоустраиваются на предприятия. К концу 2024 года ожидаем довести этот показатель до 85%. Место для проведения встречи тоже выбрали не случайно. Первоуральский металлургический колледж. На базе образовательного учреждения уже больше 10 лет реализуется программа по подготовке работников для предприятий российской промышленности. Совещание приурочили к старту фестиваля профессий. Он пройдет в рамках выставки «Россия» с 12 марта по 12 апреля. Представители Свердловской области познакомят гостей выставки с крупнейшими работодателями Среднего Урала.